В Москве проходит 19-я национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ-2024 «Возвращение», пишет Vicemag.ru. Одной из ведущих мероприятия стала Лолита Милявская. Певица появилась в облегающем черном платье, которое подчеркивало ее похудевшую фигуру. Общаясь с журналистами, Лолита, известная своими откровенными нарядами и раскованным поведением на сцене, заявила, что выступает против введения для артистов дресс-кода. Напомним, депутаты Госдумы обсуждают вопрос введения дресс-кода для артистов. После скандального выступления Ольги Бузовой в Боди нардепы задумались о введении более закрытых нарядов для представителей российского шоу-бизнеса. На сцене очень жарко работать. Пот течет по телу. Обычно все белье невероятно мокрое. Но я уже в дресс-коде, все закрыто, ничего не видно, пояснила Лолита. Вместе с тем певица отметила, что на детский утренник или школьную линейку приходить в открытом наряде не стоит. Но на концерте одежда должна быть такая, чтобы не потерять сознание, сказала Милявская. К слову, на премию телеканала Муз-ТВ Лолита пришла в достаточно скромном платье.